Кафешки работают. По-моему, это шайба. Шайба, да. Кристалл. Тихо, безлюдно. Где-то вот в кафешках, где-то можно еще людей увидеть. Людей очень мало. Сейчас пройдемся. Как же здесь красиво. Как же мы скучаем. Просто скучаем. Птички поют. Не знаю, ветерок, может, он задувает микрофон. Но мы балдеем. Мы наслаждаемся. Так. Да. Фонтаны, наверное, не работают. Для кого им работать? Видите, как... Вот впереди памятник. Видите, как его берегут. Обложили, чтобы не повредить. Вот так у нас охраняют памятники, наводят чистоту. Посмотрите, идеальная чистота. Мы с тобой разговариваем вообще-то. Ну, ты привыкаешь. Нормально, чуть не держишь, наверное. Поддерживается чистота в городе. Посмотрите, идеально все вылезено. И это Харьков. Дубок. 500 лет. Угу. Шикарные дубы. Да, ребята. Я думаю, Харьков отличается от многих городов. Нас не сломать. Мы держимся. Вот эта аллейка мне нравится. Красивая арочка такая зеленая. Суперская. Фонтаны, к сожалению, не работают. Хочу просто пострелять, но обязательно надо поднимать. Если я что-то делаю, значит так нужно. Молча просто остановился. Да? А по рукам ты меня сегодня била, да? Не тоже так? Не могу на камеру. Смотрите на эту красоту. Это Харьков. В городе остались. Ручки Wi-Fi запомнили. Запомнили. Вот эти красиво, хорошо сделали в кадушках. Деревца. Да, но ничего не работает, поэтому ничего не красиво. Красиво даже так. А водичка есть, интересно. Но она даже зимой есть. Немножко оставляет по техническим характеристикам. Нету. Или это кувшинки. А вон лилии. Боже мой, какая красота. Смотрите на это. Какие они крутые. Какие они классные. Вообще супер.
тоже водяные какие-то растения. Не знаю, как называются. Прикольные. А тут ягодки. Слышите, да? Ё-моё! Стреляют, а куда бежать? Или право? Вроде спокойно прогуливаются. Ну, как-то неприятно. Это сирена еще и бахает что-то. Сейчас мы в метро, наверное, будем садиться. Ну его нафиг. Хочется, да, любимый, хочется. Мне не хочется. Не знаю. Где-то рядом. Интересно просто. Я же говорю о том, что это очень стрёмно. Людей нет. Людей. Ничего, кафешки работают. Кафешки сидят. Сколько бы сейчас было людей все-таки? Сейчас бы море людей было, да. Так, нам прямо, наверное, да? Ну, конечно, и на траве прийти. Но, мне кажется, мы метро. А мы выйдем на рыночки. А тут вход только один у метро, по-моему, на стекляке. А. Ну сейчас посмотрим, может вдруг здесь сразу. Мне понравилось, сколько было сирены. Вот эти вот памятнички. Люди сидят вообще не реагируют никак на это все. Это стрёмно. Честно, несмотря даже на то, что это лед, но все равно вон все ресторанчики работают. Вообще все работает. Здесь так, все, так красиво вообще, посмотрите, просто райское место. Все работает, все рестораны. Как можно спокойно сидеть в них? Сирена будет теперь в другом месте. Красиво. Сейчас я сниму. Здесь вот. Прямо с забора. Какая красота.